Да. Интересно, интересно. И неужели это единственный памятник такого рода в стране и в мире? А вот что это за памятник, расскажем в сегодняшнем выпуске. О каком памятнике идет речь, мы обязательно расскажем. И, уверяю, вы будете удивлены. А пока начинаем новый выпуск программы «Поехали на курорт». И сегодня мы в Иноземцево. За моей спиной сейчас находится санаторий «Машук Акватерм». Он начал свою работу с 1996 года. Пойдемте. Здравница имеет 4 звезды и соответствует международному стандарту. У санатория обширный номерной фонд, 11 категорий номеров, как говорится, на любой вкус и цвет. Всего здравница может разместить более 200 отдыхающих. Номера оснащены всем необходимым, чтобы гости могли с комфортом провести свой отдых. Санаторий «Машук Акватерм» представляет эффективное санаторно-курортное лечение. Диагностические исследования и весь комплекс оздоровительных процедур проводятся высококвалифицированными специалистами на современном медицинском оборудовании. Ведется разработка и внедрение новых методик и специализированных лечебных программ. В лечебный профиль входят заболевания мочеполовых органов, болезни пищеварительной системы, нарушения обмена веществ, гинекологии, бесплодия, заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы, позвоночника и суставов. Санаторий семейный и принимает на отдых и лечение детей любого возраста. Естественно, есть педиатр, естественно, есть остальная служба и... Да. Интересно, интересно. И неужели это единственный памятник такого рода в стране и в мире? А вот что это за памятник, расскажем в сегодняшнем выпуске. О каком памятнике идет речь, мы обязательно расскажем. Да. Интересно, интересно. И неужели это единственный памятник такого рода в стране и в мире? А вот что это за памятник, расскажем в сегодняшнем выпуске. О каком памятнике идет речь, мы обязательно расскажем. И, уверяю, вы будете удивлены. А пока начинаем новый выпуск программы «Поехали на курорт». И сегодня мы в Иноземцево. За моей спиной сейчас находится санаторий «Машук Акватерм». Он начал свою работу с 1996 года. Пойдемте. Здравница имеет 4 звезды и соответствует международному стандарту. У санатория обширный номерной фонд, 11 категорий номеров, как говорится, на любой вкус и цвет. Всего здравница может разместить более 200 отдыхающих. Номера оснащены всем необходимым, чтобы гости могли с комфортом провести свой отдых. Санаторий «Машук Акватерм» представляет эффективное санаторно-курортное лечение. Диагностические исследования и весь комплекс оздоровительных процедур проводятся высококвалифицированными специалистами на современном медицинском оборудовании. Ведется разработка и внедрение новых методик и специализированных лечебных программ. В лечебный профиль входят заболевания мочеполовых органов, болезни пищеварительной системы, нарушения обмена веществ, гинекологии, бесплодия, заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы, позвоночника и суставов.
суставов. Санаторий семейный и принимает на отдых и лечение детей любого возраста. Естественно, есть педиатр, естественно, есть остальная служба. И работа службы построена так, чтобы обеспечить и родителям курсы возможных приемов процедур, минеральной воды и так далее. И, соответственно, обеспечить досуг детям, осмотр квалифицированным специалистам. И если это требуется, то и привлечением других специалистов. Прежде всего, как и в других санаториях Кавминвод, в Акватерм лечат целебными минеральными водами. В здравнице есть собственный бювет. Конечно, сульфидная грязь озера Тамбукан, минеральные искусственные ванны, диетотерапия, климатотерапия. Ну, начнем, пожалуй, процедуры. Ложитесь на живот. Да. Лобиком на электродик, да, мокрую штучку. Игла идет пастистый отросток 7-го шейного позвонка. Иголочка – это катод, по которому течет ток. Аппарат – внутритканевая электростимуляция по методу профессора Андрея Александровича Герасимова. Метод направлен на улучшение проведения нервного импульса по нерву. Параллельно улучшается терминальное кровообращение, улучшается питание воспаленного позвонка. Что у него в организме происходит? А пока врач и пациент смотрят, что у отдыхающего в организме, расскажем, что находится на территории санатория. Она, кстати, не маленькая, 12,5 гектаров. А вот это место в санатории называют Малый Машук. Такой небольшой холмик с симпатичной беседкой. Пойдемте. Вы представляете, как здесь сказочно, когда вместо белой и холодной пелены все вокруг зеленое и цветущее. А поднявшись на вершину Малого Машука, в эту чудную беседку, открывается вид на... Та-дам! На Большой Машук. Ну да, он, конечно, сейчас немножечко в тумане, но все равно очень прекрасный. Далеко идти не надо. Проходите сюда. И все в этой же беседке мы можем посмотреть на гору Бештау, которая тоже очень чудесная. А для тех, кто захотел более уединенную обстановку, на территории санатория построили вот такие деревянные двухэтажные коттеджи. Всего их 8 штук и в каждой по 2 номера. Находятся дома в очень живописном месте, рядом с лечебным корпусом, так что ходить на процедуры недалеко. 16 номеров в коттеджах имеют уникальный дизайн. 2 номера с отдельным входом. В каждом гостиная, спальня и ванная комната. Спальни раздельные или двухспальная. Кровать, тумбочки, шкаф для одежды, комод, кресло. Совмещенный санузел с ванной. А в гостиной диван, кофейный столик, кресло, ЖК-телевизор, мини-бар с холодильником. Откуда дровишки из леса везти? Отец, слышь, рубит, а я отвожу. Центральное место в этой комнате занимает вот такой настоящий камин. И вы представляете, как здорово после столь насыщенного дня, после всех этих лечебных процедур прийти домой и растопить камин. А чтобы попасть в сказочный сосновый бор, далеко идти не надо, потому что он находится прямо на территории санатория Машук Акватерм. Его площадь порядка 4 гектаров. И для удобства здесь проложили вот такие вот дорожки, установили фонарики и лавочки. Кстати, сосна – дерево не только красивое, но и целебное. Ее часто используют в лечебных целях. Хвою, например, в качестве дезинфицирующего средства. Она может прочистить почки, желчный пузырь, печень, так как обладает мочегонным и желчегонным свойствами. Иголки сосны восстанавливают сердечно-сосудистую систему, оказывают помощь при онкологических заболеваниях, лечат сердечно-сосудистые болезни. В зеленой хвое большое количество витамина С. Погуляв по такому лесу, поднимается настроение, восстанавливаются силы, да и дышится намного легче. Знаете, я вам честно скажу, находиться здесь – сплошное удовольствие. И рядом с лесом, о котором мы вам только что рассказали, находится такое небольшое, но очень живописное озеро.
Но сейчас оно, конечно, замерзшее. И, кстати, совсем недавно на крещение здесь пробивали прорубь, специально приглашали священнослужителя, чтобы он осветил воду, и православные окунались в Агиасму. И это место является, наверное, одним из преимуществ санатория. Озеро питается исключительно чистейшей родниковой водой. Из водоема есть искусственный слив. Это благотворно влияет на состояние воды в нем, так как вода протекает через озеро непрерывно. Во время купального сезона для гостей санатория оборудованы пляжи, а для любителей порыбачить предусмотрена спортивная рыбалка. Переходим к питанию, а оно в санатории по системе «Шведский стол» с возможностью соблюдения индивидуального диетического питания по разнообразным диетам. Кстати, каждый четверг меню посвящают разным народам. Сегодня день греческой кухни. В день греческой кухни мы попробуем понтийскую мусаку. Это национальное греческое блюдо. И считается, что рецептов мусаки столько, сколько в России рецептов борщей или котлет. Мусака не нуждается в гарнире. Это полноценное, очень сытное второе блюдо. А для приготовления самого простого рецепта без баклажанов понадобится фарш, молоко, сливки, мука, сливочное масло, мускатный орех, картофель, сыр, помидоры, лук, морковь, соль, перец, пряные травы по вкусу и растительное масло. Визуально она напоминает какую-то запеканку. И традиционная мусака готовится довольно долго, потому что запекается из нескольких слоев овощей. А после греческой кухни нас ожидает вечер с кавказским акцентом. Сергей Михайлович, руководитель народного ансамбля «Исток», сейчас нам и расскажет, что сегодня в репертуаре, что сегодня будете показывать отдыхающим на этой сцене. Ну, сегодня очередной концерт, и в меню сегодня вечернего концерта сегодняшнего, безусловно, будет разнообразная народная программа. Безусловно, они все являются друзьями греческого народа, проживающие, по крайней мере, на территории Иноземцева, Железноводска. И поэтому мы сегодня привезли программу такую, чтобы она была интересна, она должна быть захватывающей, разнообразной. Оно будет отражать не только в музыке свою разность, свою индивидуальность, но и в костюме, безусловно. А пока ребята готовятся к выступлению, отметим, сам коллектив из города Железноводска. В санаторий «Машук Акватерм» приезжают часто, и в этот раз собрались и старшая, и младшая группы. В программе порядка 40 танцевальных произведений. Ну что же, отдыхающие в зале. Руководитель объявляет каждый номер, рассказывая его историю. И начинается танцевальный вечер. Кстати, в этом году у ансамбля «Исток» юбилей – 10 лет на танцевальной службе. И несмотря на молодой возраст, танцоры успели представить себя довольно широко. За последние 6 лет они побывали не только в разных городах России, но и в 13 странах Европы. Один день в санатории «Машук Акватерм» окончен успешно. А сейчас самое приятное то, что на этой огромной кровати кто будет спать? Правильно, Аня Кривецкая будет спать. Кривецкая! Ну ладно уже. Доброй ночи. Да-да, интересно. И неужели это единственный памятник такого рода в стране и в мире? А вот что это за памятник, расскажем в сегодняшнем выпуске.
каком памятнике идет речь, мы обязательно расскажем. И, уверяю, вы будете удивлены. А пока начинаем новый выпуск программы «Поехали на курорт». И сегодня мы в Иноземцево. За моей спиной сейчас находится санаторий «Машук Акватерм». Он начал свою работу с 1996 года. Пойдемте. Здравница имеет 4 звезды и соответствует международному стандарту. У санатория обширный номерной фонд, 11 категорий номеров, как говорится, на любой вкус и цвет. Всего здравница может разместить более 200 отдыхающих. Номера оснащены всем необходимым, чтобы гости могли с комфортом провести свой отдых. Санаторий «Машук Акватерм» представляет эффективное санаторно-курортное лечение. Диагностические исследования и весь комплекс оздоровительных процедур проводятся высококвалифицированными специалистами на современном медицинском оборудовании. Ведется разработка и внедрение новых методик и специализированных лечебных программ. В лечебный профиль входят заболевания мочеполовых органов, болезни пищеварительной системы, нарушения обмена веществ, гинекологии, бесплодия, заболевания органов дыхания, костно-мышечной системы, позвоночника и суставов. Санаторий семейный и принимает на отдых и лечение детей любого возраста. Естественно, есть педиатр, естественно, есть остальная служба. И работа службы построена так, чтобы обеспечить и родителям курсы, возможно, приема процедур, минеральной воды и так далее. И, соответственно, обеспечить досуг детям, осмотр квалифицированным специалистам. И, если это требуется, то и привлечением других специалистов. Прежде всего, как и в других санаториях Минвод, в Акватерм лечат целебными минеральными водами. В здравнице есть собственный бювет.